Всем приветики. Заказала себе из Китая такой вот усилитель. Ну, здесь есть разные варианты, видимо. Такой, такой и такой. Я заказал вот такой. Хотя не знаю, как насчет этого. Ну, здесь вот есть Bluetooth, там все такое. Здесь Bluetooth есть. Здесь Bluetooth нету. И здесь вот пульты есть, а здесь что нет. Я думал, это тоже с пультом. Open from here. Открывать здесь. Hi-Fi Audio. Так, 12 вольт нужно ему, и выдает он 20 ватт. Мне бы 25 надо было бы, ну ладно, я решил попробовать до 20-ку, может быть нормально будет. Ну вот, ну оно что-то красиво выглядит, я не знаю, но как оно в реале, ну на фотографиях, на скриншотах там в магазине выглядело очень круто. Мне прямо захотелось такое. Тем более оно в корпусе. Мне нравится, когда в корпусе, когда просто плата. Не очень, как бы, там ничего больше нет. Так, ну и вот он. Да, похоже, что без пульта просто. Так, пупырчатый пакетик. Там уже тоже больше ничего нет. Инструкция небольшая. Это вот такая вот у меня штука. А это уже остальные, которых у меня нет. Я даже не знал, что такие есть. А сзади у всех одинаково. То есть спереди, может быть, выглядит вот так. А сзади у всех, в принципе, одинаково выглядит. Нужно 12 вольт 5 ампера. У меня от телека 12 вольт 4 ампера. Я даже взял специально от телека. Вот она. 12 вольт 4 ампера выдает. Ну и здесь описание пульта, которого у меня нету. Печалька. Я думал, он типа без Bluetooth, но с пультом. Но он реально круто выглядит. Такой прям весь железный такой. Мне он и понравился именно по виду. То, что он весь такой прям... Прям такой железный. Снизу такое все. Толщина, главное, такая... Мне кажется, больше миллиметра, полтора, может, каких-нибудь будет. Довольно-таки круто выглядит. Потом здесь эти все крутелочки, это включение. Включение. Дальше регулируешь. Довольно туговато крутится. Бас. А это... Ну, то есть верха. Ой, бас низа. И требл верха. Ну и громкость общая. Ну, довольно-таки и так крутится немножко. Ну, так. С небольшим усилием. Маленькие тяжелее крутятся. Средняя получше. Вот такая штука. Сзади... Сюда подключается плеер, сюда подключается левый динамик, сюда правый. Вот, 4,16 Ом сопротивление поддержит, сюда питание. Ну, самое интересное, что хоть он шел в обычном тоненьком пакетике, в этой, ну, почтовом, в этой коробке, которая вся измята, избита, и в этой пупырочке, все. Ну, сейчас можно попробовать подключить его, посмотреть... Ну, просто питание подключить, и, скорее всего, вот эта вот штука светится. Так, ну все, я провод вставил. Самое интересное, что толщина, которая там была, штекера, подходит. Вот оно какое. Значит, так светится круто. Мне прям понравилось, как оно светится. То есть, довольно-таки красиво, синеньким таким светом. Включаешь, а синий свет говорит сразу о том, что оно включено. Так, сейчас попробую света больше выключить. Ну все, осталась только вспышка от телефона. Она, к сожалению, во время записи не выключается. Ну, довольно-таки так интересно выглядит. Приятненько так. Ну, сейчас я подслушаю, прослушивать не буду, конечно, ничего подключать, потому что это просто распаковка. Вот, довольно-таки интересная штука. В таком освещении тоже еще так прикольно смотрится, таким фиолетовым. Ну и выключаем, опа, и так потихонечку гаснет. В общем, я его взял, потому что мне, во-первых, понравился внешний вид, вот он так выглядит. Так вот, довольно-таки красиво.
Плюс здесь нет Bluetooth, а мне вот что... Я уже смотрел, самое что интересно, у китайцев вообще везде, на каждом устройстве Bluetooth. У них, наверное, даже в подушку встроен Bluetooth, чтобы ты когда ложился, музыка тебя в ухо играла. Я не знаю, у них вообще везде Bluetooth. И самое интересное, что когда включаешь устройство с Bluetooth, они так сразу орут. У меня другой усилитель, когда включаешь Bluetooth, он так на всю громкость орёт «Bluetooth mode». Это вообще... Это я хотел без этого, что ты включаешь, и ничего лишнего. То есть включил, ну, пошла. Если музыка включил, все, никаких лишних звуков. Там, если есть музыка, играет, если нет, то не играет. И вот нашел такой вот. Во-первых, без Bluetooth, во-вторых, вид у него такой прям приятный. Плюс светится так красиво. Плюс весь такой железный. Ну, так сделан, как профессионально. Сзади такие вот все зажимчики там. Все так сделано красиво, качественно. Все такое. Ну, вот выглядит реально круто. Единственное, и без Bluetooth. Единственное, что было бы круто, чтобы... Хотя, зачем пульт? Типа, в принципе, да. Пульт, в принципе, здесь и не нужен, да. Но было бы круто, чтобы мощность была побольше. Здесь всего лишь 20 ватт. Хотелось бы, чтобы было побольше, там, ватт 25, там. Ну, или хотя бы 50. Было бы вообще круто, если 50 ватт. В принципе, тогда я бы... Мне надо 25. Тогда бы я бы знал, что вот это вот 50. Вот это 25. Я бы только до сюда докручивал и... Ну, то есть... От нуля до середины я бы докручивал все. Дальше бы не трогал. Ну, можно иногда чуть-чуть добавить. А так, двадцатка. Ну, ладно, посмотрим. Но вообще, мне нравится. На вид круто смотрится. Я доволен пока что. Вот. А дальше посмотрим. Как-то так. На этом все. Всем покедово.